Это что за процесс тут у нас? Так увлечен прям. Скажи, у каждого свои радости. Поддуло с утреца. Сейчас я ее. Мне все по зубам. Сейчас я ее одним клыком. Вот так вот. Конечно, дали тоже мне кость. Я ж не собака, чтоб кости тут глодать. Плоть давай мне, скажи. Мякоть, ты небось себе скажи, там срезали на котлетки, а мне тут кость придумали. Нашли собаку. А ты ж почти собака, Шуня. Небось, никто не заберет, собачки нету сейчас. Спивает, чтоб никто не забрал. А у нас песик еще похвалиться любит, кость возьмет и бегает в зубах с ней, в общем, ищет перед кем понтануться, что он такой любимый, да, ресурсом обладает. Вот, доминантность. В общем, этот кот, он почти собака немножко. Курильский бобтейл, их называют котопес. Они такие преданные, как собаки вообще. Хвостик короткий. Как у рыси. Как у зайца хвостик. Преданность, как у собаки. Они одному хозяину особо верны. Ну, их называют котопес. Вот этих курильских бобтейлов, в общем. Вот раз ты котопес, так и грызи хвостик. Как бы не вцепилась, как рысь. Не, он недобрый так-то. Ну так нельзя, конечно, котика донимать, когда он кушает. Он может подумать, что я хочу у него забрать. Ну, этот не подумает. Знает, что никто его не обидит, доверяет. И никто не воспользуется никогда доверием.